Я устал на этом карантине в городе с этими масками ходить, сидеть дома, никуда не вылезешь. Как хорошо, что меня в деревню позвал. Да, сейчас приедем. Свежий воздух, рыбалочка, охота. О, наконец-то свежий деревенский воздух. Че, чем мы первым делом займемся? Да бабушка просила там помочь, а что-то надо. Все, это последняя была. Так нет, вон еще же лежит. Да ну нахуй. Насколько еще ходок-то делать нам? Сейчас еще в баню натаскаем и все. Братан, где здесь в туалет сходить? Так он же стоит. Слушай, а что там вообще, большой огород-то? Да нет, мини-футбольное поле. Ты вообще издеваешься надо мной. Ну что, Никит, на рыбалку или на охоту? Иди ты нахуй со своей рыбалкой и охотой.